Всем привет, мы в Архызе. И сегодня мы поднимаемся на горку. Будем идти 8 часов. На маленькую такую горку. Да, маленькую такую. Которая... Он туда куда-то. Да. Надо туда, говорит туда, а потом еще туда. Нет повода для грусти. Вроде бы девки идут. Даже, возможно, они счастливы. Это, конечно, не точно, но все может быть. Километров пройдено, осталось 5. Так, потом вот туда, потом вот так, 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 и вот туда. Пускай сюда. Вторую куда пошли? Вот сюда. Теперь вот сюда и вот сюда. Постепенно. На палке опирайся. Вот следующий шаг. Аккуратней. Назад не было. Не смотри. Сюда, сюда. Вот сюда можно поставить. Вот сюда ставь. Вот, вот сюда. Да. Вот это вот сюда куда-нибудь. И все, дальше легче. Так, ну чё, почти добрались. Ага. Что-то устали? Ну как немного, ну много, да? В общем, нам осталась вот эта сыпуха с таким немаленьким подъемом. Камера, конечно, не передает, но... Чё-то я не хочу. Почему я не хочу этот подъем? Осилили половину подъема вот этой сыпухи. Давай, аккуратно, Настюх. И вон туда. Ну что там, уже красота? Почему? Красота? Серьезно? Ничего себе! Вот это красота! Вон мы возле того озера будем ночевать. Да. Пути тут, конечно, много. Там гобры. Кепки спасают, видите? Ну что, до перевала дошли, молодцы.
Самая легкая позади. А теперь переходим к водным процедурам. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. Только не ныряйте, да. Сумасшедший! Господи! Дайте руку! Я не уверен, что на третий раз соглашусь. Пантера вылазит. Очень скользко. Руку бери на пьезоэлектричество. Приготовилась. Допустим. Все, отлично. Газ другой рукой крути и слушай, как будет там щелкать. Закрывай. Еще раз. Давай, открывай, чтобы зашипело. Щелкай. Все. Все. О. Ну, на землю положи. Выключай газ. Совсем немножко осталось до перевала. Повезло, видите, добрые люди. Сами остановились, сами предложили. Но я грех было не согласиться. Типа, знаешь, у меня нет такой, типа, я принципиальный, или еще что-то, или я... Туда до дороги. Да как удобно, у нас... Да, мы там уже доберемся в любом случае. Спасибо вам. Так, ну что, закончилось наше небольшое путешествие. Получается, мы стартанули с самого низа, потому что не работали канатки. Прошли по Maps.me 8,4 километра, а по GPS-трекеру 9,5 километров. Через перевал Федосеева, точка, если не ошибаюсь, 3000 метров, до озера Турья. А на высоте 2700 метров мы примерно заночевали. В принципе, было все хорошо, все молодцы, девчонки не ныли,
шли вперед, терпели, но всем вроде бы как все понравилось. Общий набор высоты составил 1380 метров. Вот. Обратно нам очень повезло, потому что когда нам оставалось уже где-то 3-3,5 километров, добрый парень, не знаю, Илья, по-моему, зовут, он просто остановился, предложил подвезти. Мы, конечно же, согласились, как можно от такого отказаться. Вот, мы доехали уже там 3,5 километра, ну и, собственно говоря, уже все, покинули Архыз, остановились, чтобы записать вот это видео. А так, до новых встреч, всем пока!